Здравствуйте, уважаемые подписчики, и сегодня будет не совсем обычное для этого канала видео. Скорее всего, я буду говорить о медицине несколько даже больше, чем об электронике, но расскажу вам об одном проекте, достаточно интересном проекте, в котором я принимал непосредственное участие, и то, чем закончилась его реализация. И да, пожалуйста, не спешите переключаться на другое видео в вашей ленте. Я уверен, каждый найдет здесь что-то интересное именно для себя. Вообще исследованием головного мозга человека уже 6000 лет. То есть если вот первые упоминания были 4000 лет до нашей эры, когда вот здесь даже есть рисунок черепа, вскрывались бронзовыми клиньями, потому что люди хотели понять, как работает наш мозг, как работает эта думающая машинка на наших головах. Когда они переходили к тому, что действительно поняли, что есть определенные зоны, зоны отвечают какая-то за зрение, какая-то за двигательную активность, что есть какая-то сложнейшая, непонятная нам, кстати, и до сих пор надо отдать должное, непонятная нам связь между этими зонами и тем, как они функционируют. Но наиболее прославился, конечно, 20 век, когда все исследователи перешли на клеточный уровень, когда начали изучать химические реакции, происходящие в мозгу, когда появились томографы, что позволило заглянуть и посмотреть на то, какие зоны возбуждаются. Соответственно, и перешли на новый вид исследований, когда стали делать отверстия в черепе и вводить в мозг электроды, на которые воздействовали слабым электрическим током и достигали желаемого результата. И мне хочется надеяться, что многие подписчики моего канала знают вот эту милую, замечательную и уютную старушку Наталью Петровну Бехтереву. С 1990 года она была научным руководителем Центра мозг Академии наук СССР, а с 1992 года Института мозга человека на Российской Академии наук, руководитель научной группы физиологии мышления, творчества и сознания. И вот Наталья Петровна и была тем исследователем, который впервые ввел термин микрополяризация. Это такой лечебный метод, при котором изменяется функциональное состояние различных звеньев нервной системы под воздействием очень малого постоянного тока. Действительно, это токи до 1 миллиампера. Причем надо понимать, что Наталья Петровна предложила вот эти вот решения с микрополяризацией, это где-то был 78-79 года прошлого века. Но вот, к сожалению, многие работы Бехтеревой до сих пор засекречены, и я думаю, что очень много еще лет они будут находиться под грифом «секретно», то есть мы не сможем их почитать, к сожалению. Но вот эта ситуация была до где-то 2010 года, и в 2010 году случился такой прорыв. Хотя, наверное, нет, наверное, не прорыв, просто люди начали искать интерфейс человеческий мозг-компьютер, стали больше задумываться о том, как перенести команды управления, и, соответственно, больше просто специалистов и электронщиков, в том числе и программистов, стали интересоваться вообще проблемами головного мозга, стали поднимать труды предыдущих лет, то есть до чего дошли исследователи и что они там нашли интересного, соответственно, обнаружили интересную особенность, что действительно, если приложить к различным участкам нашего черепа электроды, вызвать протекание слабого электрического тока, это же образует, приводит к тому, что внутри нашего мозга начинают двигаться ионы от одного электрода к другому, тем самым насыщать вот именно ионами свободными те или иные части нашего головного мозга. Соответственно, более насыщенные части нашего мозга лучше думают, лучше усваивают информацию, или наоборот, память улучшается. Вот этот метод, транскраниальная direct current, то есть постоянным током, стимуляция, вот она есть, она известна, и случился вот особенно вот последние там 2-3-4 года огромный прорыв. Вот одна статья, смотрите, на Хаббле. Как стимулировать, куда накладывать электроды и так далее. Вот буквально вторая.
может ли заменить антидепрессанты и так далее. Ну, это если не брать огромнейшее, безумное количество статей в каких-то западных интернет-ресурсах. Ну, тема стала популярна еще и почему. А ничего не требуется. Для того, чтобы вам провести постоянный ток через голову, тем более, что это микроамперы, вам нужно всего ничего, резистор и батарейка. Это если мы говорим о стимуляции постоянным током. И если TDCS отдать в поиск в Яндексе, вы увидите кучу, огромное количество статей. Есть какие-то даже сумасшедшие стартаперы, которые продают коробочку с батарейкой и электроды для того, чтобы поднять свои знания перед экзаменом. Ну, то есть много. Много есть интересных устройств, много, простите, ну, полного шарлатанства. Но помимо воздействия постоянным током, есть еще один взгляд. Есть огромное количество работ, посвященное точно так же транскраниальной стимуляции, но исследователи в этом направлении работают с переменным током. Это вот исследование, в частности, Институт физиологии имени Павлова, Санкт-Петербургский. У них есть много работ, причем самое, что интересно, это не работы последних лет. Например, еще в 60-х, по-моему, 60-х, 70-х, смотрите, Франция и еще кто-то выпускали, вот, электронаркон, Ленар, то есть это приборы, которые были предназначены для лечебного электронаркоза. То есть они воздействовали на голову пациента через, ну, через наложенные электроды определенной частотой и вызывали у него такое вот состояние сна, в результате которого наступала анальгезия, то есть он не чувствовал боли, можно было проводить операции, но если причем операции не только под электронаркозом, то хотя бы снижать можно было нагрузку других препаратов, именно наркотических, которые ну, вводили пациента в режим сна. Вот эти приборы, они упоминаются. Есть даже исследования о том, какой частотой вот в герцах необходимо воздействовать на мозг пациента, чтобы ну, у него наблюдался наибольший, так скажем, эффект. Были исследования тут относительно того, каким, ага, вот, какой формы должен быть импульс для того, чтобы было, ну, вот тут даже смотрите, годы, 83-88, вот так они делали, 88-93 они добавили, смотрите, да, постоянную составляющую, стали мерить немножечко по-другому, ну, то есть взгляды менялись на эту проблему, ну, то есть, к чему я это рассказываю, к тому, что есть целые методы выработаны, воздействия переменным током или импульсным током. И вот здесь, в транскраниальном воздействии на импульсным током, переменным током, можно сказать, тоже есть весьма такие большие достижения. Давайте вот посмотрим вкратце. Вот, допустим, в дерматологии, да, то есть действительно за счет выработки эндорфинов в головном мозге идет и нормализация иммунного статуса, и это нормализуется выработка гормонов. Соответственно, это сказывается на пациенте. И тут, конечно, очень важна составляющая, она и экономическая. Смотрите, затраты на лечение на 30-40% меньше. Да, за счет того, что нормализуется гормональный фон человека. Ну и к тому же улучшается его психологическое состояние, и кожа чище, и он себя чувствует более уверенно. Спортивная медицина, тут и говорить нечего, за счет того, что происходит и снижение боли, и значит, и человек может быстрее реабилитироваться, лучше проходит этот процесс реабилитации, он лучше переносит тяжести, ну, может быть, вот нагрузки какие-то чрезмерные. Это лор заболевания и все, что связано, знаете, вот с тугоухостью, с всевозможными последствиями воспалительных заболеваний, там, невриты лицевого нерва и прочее. Ну, то есть, это просто уникальная вещь, которая снижает существенно и лекарственную нагрузку на пациента в том числе. Вот если, знаете, вот так если посмотреть, да, население, вот, ну, я не буду говорить за другие страны, да, население России, оно уменьшается за счет того, что и люди стареют, и умирают у нас, ну, много при текущем правительстве. Да, а взять, а лекарственно, вот количество лекарственных препаратов, реализуемых в России, оно растет с каждым годом, причем оно непропорционально растет, то есть мы реально сидим на
таблетках. Кто с этого зарабатывают, с этого только фармакологические корпорации. Да, и что, ну, лекарства не стоят столько, почем они у нас продаются в аптеках. То есть вот эта стимуляция — это вполне себе неплохой метод снижения и количества употребляемых лекарств в том числе. Ну, список применений, он достаточно широк, действительно, от лечения там стресса, депрессивных каких-то расстройств, вплоть до поднятия просто самочувствия и общего тонуса. Ну и, конечно, будет глупо не сказать, что это действительно неплохо сказывается на пожилых людях, да, то есть снижение давления, улучшение общего тонуса организма, это, конечно, серьезно им помогает жить. И этот метод воздействия, то есть переменным током, это уже называется TACS, Transcranial AC Alternating Current Stimulation. Соответственно, тоже вы можете в интернете найти огромное количество устройств. Вот, даже далеко ходить не надо. Тест-центр у нас в центре России продает свои приборы и ссылается на награды и так далее и тому подобное. То есть, вот, производители есть, но это я беру наиболее известных, есть куча интернет также проектов и так далее. Пойдемте дальше, чтобы не зацикливаться. Сейчас все знают, что существуют ритмы головного мозга, это альфа, бета, гамма, дельта, тета, каппа ритм и так далее, там есть и другие. Есть у каждого из этих ритмов определенные частоты. Ну и есть состояние человека, в которых этот ритм преобладает или наоборот почти не замечается. Ну и точно так же есть метод воздействия, это когда мы навязываем нашему мозгу частоты соответствующих ритмов для того, чтобы их каким-то образом или стимулировать, или наоборот подавить. То есть, ну, тем самым перевести мозг из одного состояния в другое. Этот вид стимуляции – это TRCS, то есть ритмы, стимуляция тех или иных ритмов. Тоже есть приборы универсальные, которые умеют делать все виды стимуляций. Мы изучили те аппараты, которые продаются сейчас и выпускаются промышленным образом, и те, что предлагает AliExpress, и вот эти стартапы, и поняли, что мы хотим сделать свою реализацию этого прибора, так как наш взгляд на стимуляцию мозга, он немножечко отличается от того, что предлагают эти производители. Поэтому мы занялись разработкой и своей электроники, и попытались придать внешний вид вот нашему изделию. Давайте посмотрим, что же и получилось. С тем, что наша компания достаточно давно занимается медицинской электроникой, и мы ее выпускаем, нам не составило особого труда составить схему устройства, состоящую из усилителя, процессора, который формирует сигнал, цепей защиты, ну и там двух кнопочек для того, чтобы можно было удобно управлять этим прибором. Мы решили, что первую партию этого прибора сделаем такой вот презентационный, то есть соберем его руками, сделаем дизайнерские корпуса, сделаем их функциональными, удобными, красивыми, то есть вот такое вот эксклюзивное, скажем так, изделие. И вот здесь на видео можно было наблюдать тот момент, когда я получил печатные платы, изготовленные в Китае, и начинаем мы их сборку, то есть вот уже впаяны компоненты, которые образуют устройство, мы пытаемся их примерить, смотрим, ну и уже команда начинает заниматься программированием устройства. Ну вот здесь достаточно большая нагрузка по компонентам. Так как в нашем понимании это устройство было дизайнерским, мы проектировали корпус вместе с печатной платой. То есть вот у нас была идея создать корпус такой немножечко яйцеподобной формы, состоящей из двух частей. В итоге получилась вот такая передняя часть корпуса с пазами для вставления печатной платы, с вырезом для кольца, которая будет прикрывать разъем, и вот таким вот вырезом под кнопки. Так, вот так выглядит фронтальная часть корпуса, резьба здесь опять-таки, и задняя часть корпуса — это крышечка, вот, имеющая резьбу и закрывающая этот корпус. Но, разумеется, после того, как мы отрисовали и имели представление, как должно выглядеть наше устройство, мы захотели изготовить вот такие корпуса и начали искать компанию или людей, которые могли бы нам в этом помочь.
И вот после недолгих поисков мы наткнулись на компанию FormLab, которая типа бюро инженерного дизайна, мы разработаем вам прототип, все будет дешево, все будет замечательно. И действительно, если покопаться на их сайте, можно найти там примерные стоимости около там 100-200 тысяч рублей. Ну, в принципе, нас это устраивало. Да, мы делаем прототип, мы хотим его показать инвесторам, мы хотим показать людям, тем, которые будут принимать решения. То есть, ну, должны вложиться, должны сделать красиво. Я отправил, так как у нас была вот заготовка дизайна, у нас была, наши пожелания были, я отправил им эту информацию и через несколько дней получил коммерческое предложение. Я специально вот привожу этот документ, чтобы вы могли его рассмотреть достаточно внимательно. Итак, я не буду говорить о сроках, ну, в принципе, но они вполне. То есть, обсуждая вот это вот в телефонном режиме с FormLab, мы пришли к выводу, что сроки действительно вполне реальные. Ну, теперь давайте посмотрим. За разработку дизайна и чертежей 528 тысяч рублей. За изготовление там одного-двух прототипов, по которым мы сможем оценить, что этот корпус нам подходит, 233 тысячи рублей. То есть пока речь не идет, вот заплатив 761 тысячу рублей и почти там 3 с лишним месяца ожидания, вы не получите корпус. Вы получите один экземпляр за 761 тысячу рублей. Вот и есть цена производства. То есть, грубо говоря, даже если в результате всего этого процесса, то есть потом каким-либо образом вы найдете эти деньги, да? Вот мы с вами... Ой. Итак, 761 тысяча рублей. То есть даже если вы произведете, допустим, 2000 этих изделий, то 380 рублей в цене каждого изделия, это будет только за чертежи вот этого устройства, сделанного московской компанией FormLab. Ну, это, конечно, бред полный, то есть невозможно. То есть 200 тысяч, да, можно за это отдать, и ты окупишь это в течение проекта, да, если он будет каким-то успешным, если он будет большой. Но вот, ну, это за гранью добра и зла, то есть я не знаю, пока вот существуют вот такие цены у нас на рынке, пока существуют такие фирмы, бесполезно говорить о русской электронике как таковой. Это невозможно сделать при таких ценниках. Сколько устройств я должен продать, чтобы у меня цена корпуса там приблизилась к 100, ну, к 200 рублям, да, то есть насколько оно должно быть массовым. Поэтому, конечно, то есть, ну, не передать весь тот мат, который прозвучал на совещании, и мы решили изготавливать и корпус, в том числе, самостоятельно. Решили научиться, получить уже эту технологию и посмотреть, насколько хорошо это нам удастся. Мы рассматривали несколько возможностей производства корпусов, и, пожалуй, вот лидером мнений это была отливка их из полиуретана. Но единственное, что мы никогда не занимались этой технологией, у нас не было возможности литья, не было самого полиуретана, и мы решили сделать корпуса обычными, печатными из АБС-пластика. Да, конечно же, невозможно таким образом изготовить там больше сотни корпусов. И мы прекрасно понимаем, что это решение, которое мы приняли, это будет на тестовую партию, на какую-то пробную партию, может быть, на первые там 50-70 штук. Но в дальнейшем мы просто уведем это производство в Китай, потому что там можно за 1000, за 2000 долларов получить вполне адекватные корпуса. Тем более, что если у тебя есть заготовка. Ну и вот можно видеть, что мы моделировали из АБС-пластика и кнопку, и делали подобие печатной платы, как вы видите, с основными элементами. И вот уже у меня в руках первый вариант нашего корпуса, где клавишки работают, стоит печатная плата с приклеенной к ней кнопочками. И вот таким образом мы отлаживали полностью процедуру производства нашего корпуса. То есть он был вначале вот так смоделирован, очень много печатных версий. Вот мы уже перерисовали к нему резьбу и таким образом получили достаточно изящный, аккуратный и красивый дизайнерский корпус.
Почему я вообще решил снять это видео столь подробным и рассказать о тех шагах, которые мы проделали? Дело в том, что многие из вас, являясь там электронщиками или просто, может быть, это хобби, которое вы хотели бы, чтобы оно приносило вам прибыль, хотя бы окупало само себя. Но вот есть вещи, которые мешают этому хобби выходить на сколь существенный уровень. То есть, и я хотел бы о них рассказывать, я хотел бы это показать. Может быть, кому-то из вас это поможет продвигать или изготовить свое собственное устройство. И вот знаете, несмотря на опасения, печать прошла достаточно быстро, и буквально за полторы недели мы получили больше 20 готовых корпусов. Правда, кое-где наблюдались проблемы с печатью, вызванные они были, скорее всего, двумя причинами. Это дешевый ABS-пластик и это некоторые грехи наши при настройке печати. Частично это был мусор, поэтому корпуса пришлось в большей своей частью обычной автомобильной шпаклевкой зашпаклевать и зашкурить. В принципе, мы убедились на вот этом примере, что создание своих дизайнерских, таких вот необычных корпусов на обычном 3D принтере, это вполне посильная задача, она не отнимает много времени. И следующим этапом это было изготовление кнопочек. Первоначальные кнопочки не пошли, нам не нравилось, что они были именно такие вот, ощущения у них было пластиковости, и поэтому мы напечатали из такого резиноподобного пластика, я не помню, по-моему, полиуретан это, а вот такие вот кнопочки, они получились мягкими, резиновенькими такими, ну и для того, чтобы сгладить поверхность, мы их просто феном погрели немножечко. То есть после того, как мы разработали чертежи и модель вот этого корпуса, мы почти не тратили на него времени, ну, за исключением каких-то механических обработок, ну и примерок, потому что было интересно, как же это получится. Да, конечно, вот сейчас вот глядя на выполненную работу, я хотел бы попробовать и другие технологии. То есть я хотел бы самостоятельно попробовать литье, поэкспериментировать с ним и уверен, что это будет. Ну вот, например, если говорить о корпусах для какой-то автомобильной электроники, там бы, наверное, я не задумываясь, пошел бы в сторону литья, потому что какие-то даже маленькие огрехи, в том случае, если процесс у вас не очень налажен, они не будут видны. То есть это будет видеть там автоэлектрик, устанавливая устройство. Ну и вот я тестирую корпус с уже установленной кнопочкой. И мы переходим к финальному этапу. Это грунтовка. Вот так вот на открытом воздухе. Вот вы можете видеть качество поверхности после грунтовки. То есть вот какая-то партия корпусов была загрунтована. Вот так вот на лужайке перед домом. Ну и переходим уже к их покраске. Я показывать этот процесс не буду. Это автомобильная краска с добавленным туда добавочкой текстуры, вот, чтобы корпус получился достаточно приятный на ощупь. И это показало себя неплохо. И пока были небольшие задержки в изготовлении корпусов, все-таки на это нужно время, у нас изготавливались печатные платы, печатались точно так же на них держатели батареек, вот вы можете видеть, он тоже самодельный, то есть в пазы платы впаивались контакты, а к самой плате в качестве армирующего элемента мы приклеивали и вот такой вот самодельный держатель батареек. То есть собиралась партия электроники для того, чтобы установить в готовые корпуса. И с тем, что, ну, по большей части электроника и ее функциональные узлы были у нас готовыми, потому что, ну, все-таки мы занимаемся медицинской техникой не первый день. И весь проект, то есть изготовление печатных плат, схемотехника и корпусные изделия занял у нас ровно 2 месяца по факту. И 2 месяца вот для создания устройства такого уровня, то есть до полноценного прототипа, который можно давать в тестовую эксплуатацию, который уже можно раздавать людям, чтобы они пробовали, ну, оценивали качество работы этого устройства. Это достаточно неплохой срок, по крайней мере, я чувствую себя полностью удовлетворенным. Все, партия устройств создана, я, в общем-то, получил удовольствие и вынес свой урок. Разумеется, что я сделаю, может быть, там, через 2-3 недели,
видео, в котором отвечу на вопросы ваши. Да, я не буду раскрывать схемотехнику этого устройства, буду весьма ограниченно показывать его. Ну, прежде всего, потому что у нас есть и в схемотехнике, и в программной части есть свои находки, свои ноу-хау. Мне не хотелось бы их раскрывать, потому что работаю не я один. Но вот, я думаю, что получился такой достаточно интересный рассказ об этом устройстве. Я хотел рассказать вам сразу о двух вещах, то есть и о методах воздействия на головной мозг, именно безопасных и удобных методах воздействия. Ну и показать, как можно с небольшими затратами, как финансовыми, так и человеческими, создать и вот такой полностью законченный проект. Огромнейшее вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, оставляйте свои комментарии. Ну и до новых встреч. До свидания.